анонс и точная дата выхода нового сезона российского сериала «Морские дьяволы. Особое задание». Премьера нового сезона сериала стартует на телеканале НТВ с 14 декабря. Сюжет нового сезона. В городе Калининграде во время очередных учений, проводимые силовыми структурами, происходит роковая авиакатастрофа, в которой погибают местные бойцы элитного подразделения. СК на пару со специалистами федеральной службы проводит расследование. Нужно обязательно выяснить, была эта трагедия по техническим обстоятельствам или тщательно подготовленный и удавшийся теракт. На время следствия на засекреченную базу в районе Калининграда перебрасывается спецназ особого назначения – НЕРПы. Миссия парней – временно взять на себя задачи недавно погибшего отряда. Им придется действовать осторожно, не привлекая внимания противника, если таковой имеется. И падение вертолета вовсе не случайность. Каждая операция силовиков начинается с боевого выезда в самые разные и отдаленные уголки региона. Возглавляют морских дьяволов, как и прежние, Батя, Бригов, Бизон и Багира. В новом сезоне отчаянным героям предстоит попасть в водовороты еще более экстремальных и непредсказуемых событий. В основе каждой серии, как всегда, остается захватывающая криминальная история. Напомним, премьера нового сезона сериала «Морские дьяволы» стартует 14 декабря на телеканале НТВ. Если вам нравится сериал и ждите выхода нового сезона, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.